Всем привет! Решил сделать вот такую вот дикую отмостку вдоль сарая. У меня сегодня стройка. Занимаюсь постройкой вот такого ангара навеса для техники. Заказал песок, щебенку. Буду делать бордюры здесь, плитку класть. Но это потом. А сейчас задача залить отмостку. Причем, смотрите, здесь я поднял уровень земли сантиметров на 40. Старая отмостка оказалась внизу глубоко в яме. Здесь вообще все разломано, раздолбано. Набрал с мусорки всякого старого железа. Вот, 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 вот. Это будет у меня армирование. Ну и плюс есть вот такая вот покупная сетка. Ее хватит ровно на один слой. Поэтому буду сейчас заливать бетон. Снизу будет армирование из железа с помойки. Сверху вторым слоем армирования будет вот такая вот сетка. Надеюсь, что ничего не треснет, потому что тут будет очень большая толщина. Никаких деформационных швов тут в принципе не будет. Вот старая отмостка потресканная немного, я ее даже снимать не буду, прямо поверх земли. Все в нарушение всех правил интернет-воинов, которые пишут, что надо щебенку сыпать, песок, подушку, геокритекстиль, короче, всякая ересь. Вот. Железо с помойки, камни и бетон. Вот, первый замес. Приготовил воду, еще пока не заливал. Делал замес ведро цемента. 4 ведра, точнее 3 ведра песка и 4 ведра щебенки, плюс ведро воды. Получается нормально, в принципе, но тяжко в одиночку это все тягать. Поэтому следующий замес буду делать поменьше чуть-чуть. Итак, первый слой готов. Те, которые я заливал с самого начала, я накрыл картонками, чтобы влага не испарялась. Вот, весь мусор с помойки железный был израсходован. Все вот эти вот корзинки из холодильников, кольцо от старого пылесоса, обрезки уголков, обрезки арматуры. Ну, как бы на первый слой отлично все это дело пойдет. Сверху положу еще потом сетку, вон она там лежит. Не знаю, отсюда не видно, наверное. И все будет чики-поки. Конечно, все очень тяжело. Если бы не вот эта вот бетонная мешалка, то в одиночку я бы абсолютно не справился. Хотя я вру, я это все делаю не один. Вот у меня тут есть супер-помощник, без которого бы я точно не справился. Очень тяжело одному вот издалека таскать песок, щебень, цемент, все это дело месить. Но получается просто красотища. Правда, под конец я слишком жидкий раствор сделал. Но это ничего страшного. Сверху сделаю уже потом нормальный. Крепость будет. А, кстати, по поводу бетона. Бетон я добавляю вот фибру стекловолоконную и вот такой вот диасил гидроизоляция. Ни разу в жизни не пробовал добавлять вот эту штуку, не вот эту в бетон. Первый раз это я делаю. Поэтому не знаю, получится хорошо, идеально или вообще развалится. Но надеюсь, что будет хотя бы оно не навредит. И то бы я был бы счастлив. А если это еще дело и сработает, эти новомодные присадки, то я буду супер счастлив. Так как хоть нагрузки тут особой-то и нету, это все-таки отмостка, но у нас грунты пучинистые, вода в полутора метрах стоит, поэтому зимой тут напирает, очень сильно гнет земля и может ее просто поломать или вырвать. Но я думаю, что из-за толщины самой отмостки, что она в самой толстой части, там толщина бетона будет 50 сантиметров, я думаю, что силы морозного пучения с этим делом не справятся, потому что, ну, воду я здесь стараюсь отводить, и все будет нормально. Ну, старая эта отмостка выдержала. Уже вечереет, но вот у меня что получилось. Сделал уже по площади чуть больше половины. Ну, а по объему работ, конечно же, сильно больше половины, потому что здесь все-таки не так глубоко. А вот с этой стороны была огромная яма, буквально даже больше, чем полметра глубиной. Получается вполне себе неплохо. Но, о,
котика пришла. Получается вполне неплохо. Единственное, что все-таки да, одному очень долго. Если бы не бетономешалка, я бы и не справился в одиночку. А так, думаю, все-таки до темна вот этот вот маленький кусочек успею замесить и доделать. Но объем оказался сильно больше, чем я изначально думал. По кубатуре я не знаю, сколько здесь, но дофига. Очень много. Я думаю, куба 3-4 точно тут есть. Это жесть. Слишком высокая подсыпка. Но ничего, справимся. К сожалению, засветло мне не удалось закончить. Вот остался вот такой вот малюсенький кусочек. Вон вся отмостка уже готова, разглажена. Ну, конечно, в темноте, при свете фонаря я вам ничего не покажу, ничего не видно. Здесь осталось, наверное, где-то 2 замеса, и будет готово. Но результат тогда покажу вам всем утром. Наконец наступило утро. Вот она моя отмостка. Ну, это будет одновременно и отмостка, и дорожка для прохода, поэтому такая широкая. Толщина плиты, вы видите, по доскам какая огромная, поэтому как раз я ее так долго и заливал. Но доски я пока убирать не буду, потому что он еще прочности не набрал. Свет прекрасный. Видно, что здесь присутствует цемент, а не один песок. А пропорции я брал в итоге одно ведро цемента, 3 ведра песка и 2 ведра щебенки. Ведра вот такие использовал. Не знаю, какого они объема. Тут непонятно, нигде не написано. А, 9 литров. Но у меня уже есть проблема стандартная. У кого-то кошачьи следы, у кого-то детские следы. Блин. Последняя заливка еще мягкая. Мелкий пробежался по ней. Так что сейчас надо будет сделать небольшой мини-замесик в ведерке. И вот это дело все замазать. Иначе просто там будет скапливаться вода. И бетон будет портиться на этом углу. Вот маленький засранец. Вот. В итоге замазал жидким раствором следы повреждения бетона. Надеюсь, будет держаться. Получилось, конечно, не очень красиво, но, по крайней мере, функционально. Теперь, чтобы избежать проблем, сейчас накрою все это дело картоном и намочу его для защиты от испарения влаги из бетона. Итак, прошло 3 дня. В принципе, бетон, по идее, уже набрал небольшую прочность, ну, такую, чтобы можно было ходить. Можно убрать, я думаю, весь картон. Цвет такой белый-белый. Не совсем ровно, конечно, получилось, но вполне себе нормально. Так, это где я подмазывал, где мелкий растоптал. Еще, кстати, до конца нормально не стало. Здесь получше. Ну вот, в принципе, плита такая хорошая, хорошего бетонного цвета. О, кстати, можно теперь снять опалубку для того, чтобы показать толщину плиты. Сил не хватает, сейчас выдерну, покажу. Снял в итоге опалубку. Вот видно, какой толщины плита. И тут, кстати, также видно, что бетон надо было или вибрировать, или пожиже замешивать, так как тут вот есть такие пропуски каверны. Для отмостки это нормально,
ничего страшного. А вот фундамент, если буду заливать, то, конечно же, нужно делать чуть-чуть получше. А в качестве отмостки сгодится. Еще раз показываю толщину плиты. Плита огромная. Посмотрю, понаблюдаю, как он будет себя вести, вот такой вот бетон с гидроизоляционными и фиброй с добавками. Интересно, если будет все нормально, то в следующем году такую же технологию буду использовать при заливке уже фундамента для пристройки к дому. А так, я доволен. Получился и отвод воды от сарая, и широкая удобная дорожка. Я доволен. Надеюсь, прослужит долго. Ну а вы, друзья мои, пишите комментарии, ставьте много лайков и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!